шофером, то ли в тесном купе. Я мотаюсь по жизни, по великой стране. Позади километры оборванных струн, впереди миражи неопознанных лун. Еду, 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 еду я, реки, степи, горы и поля. Видел я вчера в твоих глазах шар воздушный, глобус в небесах. Посиделки с друзьями, мимолетный роман. Не выбрасывай, мама, мой чемодан. Посижу я немного и снова пойду. Видно, что-то ищу и никак не найду. Еду, 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 еду я, реки, степи, горы и поля. Шар воздушный мне подскажет путь. Я к тебе приду на мациках. Ну давай, Дима. Наплевать на погоду, то ли справим мотор. Вперед. Оглянуться назад, подписать приговор на твоих золотых. Время не истекло, и я пялюсь сквозь это ночь в лобовое стекло. Камни скользкие. Дай мне на дорогу потихоньку сигарету, чтобы сочинить еще куплету. Красавчик, Дима. Степи, горы и поля. Шар воздушный мне укажет путь. Я к тебе приду, когда третий день, значит, четвертый день. Природа меняется. Скоро Лёкма. Станция. километр. В этом домике ночевало много путешественников. Чехи, мотор зовет, еще какие-то ребята в 2013 году ехали.
И мы. Ну, значит, не все, наверное, здесь оставляли наклейки. Но мы тоже свое оставили, кругленькую. А птичьи домики здесь вообще шикардосные просто. Покажу сейчас. Ну вот, ребята, здесь мы вот заправились. И со спокойной душой можем ехать дальше. Да, Димон, счастлив? Так, не пришлось ждать до 6 вечера. Так что сейчас едем в магазин, покупаем сладости и едем дальше. Ну все, Димон, надо дрова еще. Короче говоря, есть? Ух ты ж, бля, все разрывается-то. Да ты чё? Дрова? Ништяк. Тогда ништяк. Будет тепло и будет сухо. Лезет. Вот эту печку хоть что можно засунуть. Ништяк. Ништяк. А я, пожалуй, запечатлю этот момент. Он у нас первый. Короче, приехали мы вот на бунгало. Здесь железка. Этот домик я присматривал, ну, полгода точно. Димон, чисто для себя все снимаю. Может, для Ютуба, не знаю. Я думаю, здесь медведя нет, потому что палка стоит. Была бы дверь открыта, тогда. Ёба! Димон! Ты посмотри, что тут. Топчан. Топчаны. Я тебе говорил, здесь эти охотники ночуют. Ой, Дима, ой, Дима, шикарно, блядь. Вообще кайфово. Вон там поменьше моя получается, да? Получается так, но здесь под голову бутылку можно подложить, видишь, там бутылки лежат. Дима, если хочешь, я могу вот здесь посидеть и сторожить тебя, когда ты спишь. Там вот
там еще Димон, шмотки. Ну шикарно. Смотри, шмотки, шмотки. Шмотки? Ну это не наши. Наши. Порядок вот, должен быть. Убери за собой, да. Погаси. Я так рад этим чинам, Димас. Мы на топе в хату. Я примерно так его и представлял. Я видел здесь. Я видел, что здесь охотники и рыболовы. Я когда. Мы когда здесь ездили. Переносно? Мы когда здесь ездили, я всегда видел, что здесь машины стоят. Нивы, короче, все такое. Тоже не раз наблюдал. Да? Я постоянно. Интервью можно взять? Можно. Как вас сюда занесло? Ветром северным, блин. А, красота. Перекати мое сердце, мама, и все, что хочешь взамен. Доктор, здорово. Ай, блядь. Видишь, что мы делаем? Курим сигару, нахуй. А это значит, что мы перебрались, нахуй. Крепкая пиздец. Угрюм река. Яйца должны быть железные у того, кто по ней переедет. Пиздец. Или, знаешь, на дурне можно приехать. Если один поехал нахуй, и такие другие, блядь, надо ехать, да? Повезет, ну, с такими отверстиями. А может отверстия, блядь, сейчас другие. Может они больше, да. Хотя там. Ну страшно, блядь, пиздец. Трухлявый. Да похуй. О. Мы на этой стороне. Самое главное. Да? Да. Тоже трудов далось. Пиздец. 10 раз перейти его нахуй. 10 раз. Короче, пацаны, то пройдет Витимский мост,
слева будет знак круглый. Вот. На знаке будет висеть наша наклейка и сигара. Сигару можете допинать. Сигара настоящая, короче, привезена, по-моему, с Камбоджи. Так, куда наклеить? Ой, блядь, спина болит. Да, вот, наверное, в самом низу ебанем. Или вверху. Вот здесь. Не забудьте скурить. Сигара крутая вообще. Мы будем собираться дальше ехать. Искать тепляк, будем спать. Всем привет, ребята! Поселок Северомыск. Идущий по БАМу вас приветствует. Из Тынды на Монголию едем. Вот, встретил ребят. Решили ко мне заехать. Так, погодка у нас сегодня хорошая. В общем, все четко. Вот. Всем доброй ночи. Стоим, музончик слушаем. Сейчас обзор мотоциклов вам сделаю, я вам так, ребята, не сделал. Вот такой вот Кавасаки, какой он там модели? PDX-220 SR, японская версия. Но масло, этот насос, короче, убрал. И напрямую бак мешает. Ну да, масло. как у всех, как я тоже так у себя бодяжу, да, так масло. Потому что вдруг он откажет этот насос, да, потом поршню задрать неохота как-то. Вот XR стоит. Офигенный аппарат. Хорошенький. Ну вот на байк-посту сидим, уже вечерее там с ребятами. Общаемся. Сейчас там Руслан покажет, как. По карте, сейчас посмотрим, как ехали. Ну вот с Тынды отправились. Ну где Тында? Ну вот Тында. Ага, Тында, так, ага. И пошли на восток, на запад. Ларба, Лопча, Дюгабуль, Юктали. На Хане вышли. А с Хане вот уже дальше. С Хане вот на Икабья, Новая Чара, Куанда. Ну вот, что у нас? Куанда речка встретила. Угу. Витим встретил. Таксимо прошли, и вот сейчас у тебя здесь на Северо. Ну, Северомыск. А так куда? Куда собираешься ехать? Через что? Получается, вот здесь поедем на этот. Сейчас я тебе покажу здесь. Ага. Ну, сейчас карту вот. Вот здесь. Ну вот, смотри. Хотим проехать через Северобайкальск, и через Жигалово и уйти на Иркутск. А дальше через Аршан, угу, на Монды. Так. Вот, Монды. И через озеро Хупсугу, вот, выйти на Мурен. И обратно через этот Улан-Батор на Борзю и домой по федералке. Да. Ну, как-то так, короче, ребят. Ну, пожелаем ребятам удачи, чтобы все было хорошо. Спасибо. Я желаю, чтобы все добрались по БАМу. Спасибо. Ну. Вот. Сейчас надо для здоровья хлопнуть. Диман, там что там? Согреться. Куражу, блин. Ну, подшивает этот. Подшиваю на все педали. Стелька, ну, как называется, отпал. От печки, кстати, грели. И вот. Да, намокло. И от
жары подошва отклеилась и отвалилась. Вот так вот. Экипировка даже, мотоциклетная уже. Чё ж говорить про обыкновенную обувь, кроссовки, что говорить? Ну, вот, вот так вот. Бам не щадит. Бам не щадит. Мотообувь. Да, да, да. Вообще. Ну, ребята, будем за хорошую дорогу, за погоду. Чтоб... Я рад, что встретились вообще. Для согрева. Как мы рады, да, что нам встретился. Да, что вот... мы тебя нашли, не то, что встретить, да. Да, вот так вот. Ну ладно. Завтра еще прокатимся еще по местным красотам. Обязательно. Да. Сейчас, короче, лайфхак будем показывать. Да, нам надо ботинок запаять, короче. Да, вот. Вот. Гудрон, жвачка, блин. Жвачка, да. Как детственно. Да, да. Тупо жвачка, короче. Сейчас будем. Мотобот. Это, экипировка. Короче, сейчас будем запаивать. Вот, горелочка с собой. Мы, короче, Диман прошил все вот это с собой. Сейчас будем... А вот тут шов видно, да? Ну, да, вот, вот, вот шов есть, не знаю, видно, нет, друзья, не знаю, вот. Пойдем сюда, даже ближе подойдем. Вот, наша техника стоит, вот, все, вот. Байкеры, сами знаете, рулят. Вот, вот, Димарик шил, короче, вот, вот так вот. Прошил вот, сверху вот так вот, шу-шу-шу. Сейчас будем гудром, сейчас будем заплавливать, чтобы, ну, чтобы влага не попадала, да, на ботинки. Отвалился после луж, который на Бали встречается. Ну вот, короче, мы этот, плавим ботинки. Наплавляем, как говорится, гудрон на нитку, которую шили. Она потом течь будет. Ну, не надо, чтобы она капала. Ну да, так вот такое вот. Чтоб, чтоб типа как густой, чтобы было. Да. Ну, главное, нитку залить. Да, да, да. Чтобы она не порвалась. Чтоб промочить, но ее. Че, Дима, давай вниз маленько опустимся, а? К земле. А то она капает вот так вот. Тема, но... Да, да, да. Тема рабочая. Если что, по бабам будете ехать, если гудрон, нюансы будут какие-то. Гудрон здесь есть. Да. А у меня там ну, не просто... 5 кило он там найдется. Ну, мы не просто мажем, мы прошили сначала, а потом есть ниточки. Еще шило, есть еще и... Да у меня все есть, найдем. По месту еще найдем там. Да, прошить что-то есть там. Но... Короче, короче, Диман, мы же все... Если... типа если леска, вот мононить есть, типа чем плетенка, да, леска вот. Вот, вот Диман, вот ей шился, типа есть ник капрунка, типа. На которую рыбу ловили. Ну да, вот, вот, вот я вот сказал, посоветовал, типа, ей. Потому что я сам тоже подшивался, типа, вот, эти, типа, вот. Мононить называется, вот, мононить. И все вот. Вот так вот наполняем, типа, вот. Чтоб, ну, нитки заплавляем, чтобы ничего не отвалилось. Только мы конечно не знаем, что как получится, типа вот. Чтобы увидеть, да, в следующем видео. Да, да, пойдет ли она дальше. Да, да, там дальше там видно будет, но конечно. Ну, носок тоже хорошо пробивает. Вообще, мне кажется, будет ходить и ходить. Ну да. У меня гудрона много, сами видели, там 3 комка таких, там хоть там 500 таких мотоботов там хоть залить. Там вообще. Плюс еще пожевать хочет. Вообще, Димон, знаешь, что хочу сказать? Это но спасибо надо... тебе за гостеприимство. Вот. Да всегда, пожалуйста. Североморск, ну... я запомню. Да, ну всегда, пожалуйста. Таким, знаешь, гостеприимством, таким.
тем более вот этот байк-пост новый, который у тебя есть. Но... Действительно, он сегодня он нам пригодился, потому что дорога была тяжелая, там таксимо, да. Ужасная, там она такая тяжелая дорога, непредсказуемая. Да. Мы прошли БАМ, да? Да. Мы так не удохались, как сегодня. Вот от таксимо до Северобуйска мы так не устали. Да. Вот только сегодня мы приехали здесь на магазин, устали, и мы понимаем, что это действительно тяжело, и да. Здесь он действительно нужен, этот байк-пост. Конечно, нужен, да, вот. Но... Я это понимаю, даже все друзья даже сами понимают, что вот, как тебя сказали, да, вот. Поэтому вот так оно и есть, получается, вот так вот. This ain't no technological breakdown. Although this is the road to hell. Доброе утро, вот проснулись стали, вот, ребята. Ну, доброе утро. Доброе. Ну, вот, сегодня погодка такая у нас, короче, вроде как дождь моросил. Ну, так, теперь вроде нормально, хорошо, вот, наши вот братья стоят. Также в Северомуйске, потом позже поем, прокатимся, что-нибудь тоже подснимем такого. Да, порыбачить, думаем, съездить. Не знаю, там будет, не будет рыба, ну... Скатаемся тут по месту, там видео что-то позже там сделаем, куда попрем, как-то так, оставайтесь с нами. Ну вот, прогреваемся, сейчас собираемся ехать.
сейчас едем до Димона. Димона потеряли. Вон Димана нашли, все, прием дальше. Акусикан. О! Это я вспоминаю Чинчи, перевал вот этот. Помнишь? Вот приехали на Ангараканский ручей. Вот Димон. Ну, Руся вон ловит рыбу. Корюшки мелкие вот тут дурят, прыгают. О! Вот это да! Маленький. Да, маленький. Удрал, да? Зацепляется маленькая. Тут мы на рыбалке. Димка уже поймал одного. Вода бежит с Северомуйского тоннеля, с Радоновая. Места, конечно, шикарные. Thank you.
на слияние с ребятами. Сейчас будем тоже испробовать, что крепко есть, нет. Маякан, правда, приподнялся чуть-чуть. Вот такая вот вода. Вон, рыбачим на речке Маяка на слиянии. Руся с Димоном стоят, блеснят. Пробуем, что есть, что нет. Тут вода вообще сильно поднялась. Прям конкретно, так нормально. Всякие коряги. Вот где-то вот, вот коряк вот торчит. Такое себе. Ебать, смотри, борода какая. Поможешь себе? Вывожу. Не-не-не, ты крути, крути. Ты смотри его. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Таймень. Или что это? Давай. Подводи, 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 подводи. Подводи, стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Все. Поймали! Стой, 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 стой. Таймень, блядь. Здрасте, Димон. Димон! Я сейчас усус. Вот. Поймали леночка. Ага. Вот это, я понимаю, сегодняшняя рыбалка, блин. Никогда не поверю. Не зря ты, блин, сходил воблера достал. Ага. Он единственный у меня воблер. О, Диман, него, красава. Блин, я его два раза ударил, он все равно. Вот, на байк-посту готовим кушать. Сейчас нам Руся продемонстрирует мастер-класс. Покажет вот. Ну, вот так. Поймали леночка сегодня, килограмма на два. Вот он. Да, вот. Хотим сделать сейчас уху. Сейчас сделаем уху, а. Ага, а сварить. Пять харюсков. Ну и харюски носили. Харюза тоже. Да, ну, как-то вот так. Отлично. Заезжайте в Североморск на байкпост. Не пожалеете. Берите с собой удочки. Ну, если не взяли, то у Димона есть. Ну, у меня-то, да, там есть, то, да, можно половить. Ну, как-то так. Вот сейчас Димон стих спешит, сочинил, сейчас вот Руся прочитает. Луна багряная на небе, две нитки рельсов убегают вдаль. Ложатся зимовать медведи, без ветра холодно, печаль. Вдвоем в локомотиве по железке, 5600 угля он тянет за собой. Сказать, что впечатление от поездки, соврать быстрей. Хотим дома. Вот так. Бля, ты прям... Вообще, спасибо, Димон, вообще. Эмоции прям, вообще так. Ты прям правильно прочитал. Потому что... Да. Руся, он хандар делает. Да, подъехал на магазин, смотрю, масло побежало. До этого взял масло, долил, потому что полуровня было. Видимо, перелил и через сальник давануло через звезду. Ну, вот. А тут двигатель это XR250, да. Тут получается у него сухой картер, а вот масло заливается вот сюда в раму, получается. Вот она там по шланчикам идет. Ну все, вот сейчас вроде все нормально.
Ребята, с вами Димас, поселок Североморск. В этом выпуске я провожаю ребят, своих гостей, друзей до поселка Тоннельный. Вот сейчас прям. Вот, ребят, приехали мы на Стеллу, тоннель Северомузский. Скоро кольцо там наверху будет. А? Да, да. Вот отсюда тоннель начинается. Северомузское кольцо. Сейчас скоро едем в тоннельный.
солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Встретим зябкие рассветы, встретим долгую пургу, географию планеты пишем мы свою строку. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, это колокол наших сердец молодых. Земле любимой в дар лягут рельсы, будто струны наших песенных гитар. Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, на просторах других, это колокол наших сердец молодых. Слышишь, время гудит, на просторах других, и большая тайга. Пожелаю вам удачи, чтобы добрались все четко. Спасибо. Ну, в воде не будете, там позвоните мне. Но? Там, позвоните. Хорошо. Ну давай. Давай, пошли. Давайте. Берегите себя. За все тебя.